Это не идеологическая обработка. СМИ делают это отлично. Когда вы включаете телевизор и смотрите различные представленные программы, некоторые из этих программ очень впечатляющие, очень захватывающие, и не должно быть столь целое состояние, чтобы создать их. Вы включаете, и вы слушаете программу о природе, будь то National Geographic, будь то Discovery, будь то трансляция BBC, снова и снова, снова и снова. Есть эта идеологическая обработка, которая уводит вас от Слова Божьего в сторону секуляризма. Вы всегда сталкиваетесь с миллионами, миллионами, миллионами лет, даже историческими историями о Христе или Библии, или любой из этих. Всегда присутствует этот постоянный элемент сомнения, который вносится, чтобы сделать историю неприемлемой, неправдивой, аллегорической, бессмысленной. И у вас всегда один за другим эти блестящие ученые подтверждают, что Библия — это миф. Как вы противодействуете этому? Если это закон — преподавать эволюцию на уровне школы и университета, вы точно знаете, что есть данные, которые могут повернуть аргумент в другом направлении, но аргументы недопустимы на этом уровне. Как вы противодействуете этому? Единственный способ сделать это — придать гласности и представить доказательства мыслящим людям и поставить их перед выбором. Это не идеологическая обработка. СМИ делают это отлично. Но представить другую сторону истории и попросить людей сделать выбор. Так что независимо от того, о чем мы говорим, если мы говорим о происхождении, дебаты об эволюции и сотворении, выносите это на публику, пусть общественность решит, является ли Бог тем, кем Он себя называет, является ли Библия книгой или это книга мифов. Посмотрите на доказательства, послушайте другую сторону истории.